Привет, мужики и мадамы. Сегодня у нас новый ролик в рубрике «Пришли свой реплей». Боев много разных интересных было прислано, но мои тараканы в голове такие пасьянс разложили и говорят, вот этот будем делать. И я такой их послушал, такой думаю, ну и правда, давай сделаем. И сделал. В общем, прислал этот реплей братец с ником Гадж232. Обычный средний игрок с обычной статой, никакой там дикий статюга. Но я прям проникся боем. Я представляю, как у него там адреналинило в разные стороны. Бой действительно прикольный, много медалек. Красава. Бой достойный этого ролика. И награды 500 голды. Да-да, за попадание в эту рубрику теперь вы будете получать по 500 голды. И чтобы погасить всякие бунты восстания до их появления, я теперь буду назначать тематику. К примеру, для следующего ролика необходимо прислать реплей с максимальным уроном. И тот, кто накидает больше, именно не суммарка, а ваш накиданный урон, тот и попадет в следующий ролик. Об этом и о многом другом я расскажу еще в конце ролика. Поэтому до конца досмотрите, там есть еще информация. В общем, хватит тут фугасы мять. Погнали, посмотрим, как это было. Итак, у нас стандартный бой на танке Лансен С. Лансер, короче, я его зову, и пусть так и будет. В общем, этого танчика у меня нету, я на нем ни разу не гонял. Пару раз, ну не пару раз, конечно, много раз я на него натыкался, когда он был в вражеской команде, даже союзной команде. Ну, вроде бодрый аппарат. Я сейчас просто буду наблюдать за тем, что это вообще за танк. Мне даже интересна динамика. И судя по тому, что я видел в статистике боя, довольно-таки неплохо он сыграл. Сорян за спойлер. Экстремально он на самом деле поехал. Я сюда крайне редко езжу, только на самой быстрой технике, которая у меня есть. А учитывая, что сзади его нихера никто не кроет. Не, как бы там есть КВ-2 и королевский тигренок с Федей, но им там самим сейчас будет не особо сладко. Особенно тигренку. И он, скорее всего, там будет сейчас с Лешей, с Истрем-3 вот этим вот, с мамкиной зарплатой сидеть, ковыряться. Ну и здесь кому-нибудь надо присунуть. Ну, КВ-2. Что-то как-то... Ну, вон она, мамкина зарплата поехала. Давай-ка. Ну. 316. Неплохой урон. И засветился. Это плохо. Ситуация, конечно, печальная. Теперь он знает. Враг, имеется в виду, знает, что мы здесь с братюней сидим и палим всю эту контору. И сюда будут кидать. Почему еще арта сюда не кинула, я не знаю. Как бы очень... Очень печально все. Очень печально! Какой КВ наглый. Разувай его и пизди его же ботинками, поебало, давай, разувай его. Сука, все, нас поломали, походу. Не, 45-й остановился. 45-й, он не стал помогать ЛКВ. Все, добито, паскуда. Ногу ему отломи ему гуслю, блядь. Отломи, братец, отломи ему гуслю. Ну, не стал выцеливать. Пол хп уже потеряли. Практически. Добивает эту тварь. Прибежал он здесь. Прибежал, братюню, обижать! Сука, у меня уже тут вот... Эти, как их там... В тишине. Птенцы в яйцах запели. Что здесь творится? Вот он, сидит. Бревнометец. На! 300. Вкусно кидает. Вкусно кидает. Быстрое КД. Довольно-таки неплохое пробитие. Хороший танк. 8 секунд КД. По 300 урона. Это не может не радовать. Катка только началась, а уже почти 2 косаря накидано. И 600 нас опорчено. Ай-яй-яй. Ой, он так же машет! Так же после промаха такой, эть! Блять, что произошло? Уважаю, братан. Вот я так же делаю. Надо как-то вот стряхнуть этот психоз, этот с рук. Передислокация. 7-4, тут победа 7-5. Тут, в принципе, уже однозначная победа, потому что этот фланг мы порвали. Почему наши не поехали дальше, я хуй пойму. Ты какой? Фори фалай. На, вот. На. Есть пробить. Сука, это палево. Это палево. Ай-яй-яй-яй, ты чего нашего героя-то убиваешь тут? Пеструн наглый. Отломай его, братан. Что-то ты как-то в кугу попал. У тебя что-то тут и тут шотный, и там шотный. И, сука, и глаза разбегаются. У меня тоже сейчас, блядь, глаза заклинит. Кого пёзнуть бы? Кого первого пёзнуть бы? Firefly, да. Firefly, точно. Ого! Там в пол шишечки куда-то закинул. Прям, ну, красавчик.
Ну, теперь надо типа 64-го ломать. Где? Где он? Да где он? Нихуя себе он пробежал уже. На тебе, подсрачник! Не-не-не-не-не-не, Леша, не! Блин, еще и быка выбил. И чинить нечем. Нечем чинить! Только что делать? Воевать с ним смысла нет. С таким КД сейчас уже просто нет смысла воевать. Только бежать отсюда. Только бежать! Он хочет воевать. Да, самое главное отсюда съебаться. Не надо с Лешей вплотную воевать. Чё, чё, на бронепоезд с утюгом кидаться. То же самое. А тут так все печально. 9-11, блядь! Как так, нахуй? Так что ж, побеждали же! Наши кретинушки не пошли, не задавили базу, не стали на захват. Они просто там все сдохли. Все сдохли в кучке от одной сушки, что ли? Их умели. И Прагета. Прагета вообще на нашей базе пасется. Чё произошло-то? Как вы, сука, опять все сдохли? Да, вон он, Прагета. Братишка им показывает. Вот он, Прагета. Возьмите, развернитесь, убейте его. Он уже вас там убил целую толпу. Вы можете его добить просто. Он там шотный, скорее всего, даже. Стандартная ситуация, брат. Еще одного потеряли. Вы что делаете, сука? 9-12. Братцы, 460 хп осталось. Всего лишь. Против стольких врагов. Вы что делаете? 9-12. 9-13. Ой, ты ебаный насос. Серьезно, да? 9-13. Чудеса. Остался один ковер. Кырнарвон, сука, как такое название выговаривать-то можно нормально. Не пьяному, сука, не обдолбанному. Кырнарвон. Заклинание на бесплодие или болезнь какая-нибудь. У него, говорит, кырнарвон, не трогайте его лучше. Ты че, Леша этот по горкам лазит? Самое говно сейчас это Прожета, у которого уже 6 фрагов. Это уже воин. Ковер, просто беги, просто живи, братец. Я не знаю, как забейся там в угол, там все шотные. Просто живи, пожалуйста, братишка. Давай. На! Красава! Красава, я прям... Прям все, я креслом уже чувствую, как у тебя начинает подго... Пизда. Пятеро. Пятеро осталось. И целых 3 арты. Три ебучих квадратика, которые его просто по носам закидают. Стоит им только остановиться, засветиться, и все, его просто накроют чуманданами с говнищем. Ну все, сушите гусли. Ну, братик нормально повоевал. И все, и мы в свете, да? Мы в свете, блядь. Сука. Я глаза закрыл. Я не смотрю на это. Это сейчас прилетит чемодан. Просто чемодан с фекалиями. Не один, а 3 целых. Давай, где чемодан? Где? Раз. Еще 2 чемодана давайте. Починился. Давай в Лешу. Леша мертв, блять! А, блять, я прям чувствую, как он, сука, прям радуется сейчас весь. Братан, я сейчас за твой стул переживаю. Красопеточка! А теперь... Ой, ебать, это мечта. Это он сейчас прям мою мечту может исполнить. Чтобы остались только 3 арты. 3 вот этих твари квадратных. Только они. Только я не... Ну, единственный минус, то что у него сейчас 340 здоровья. Но это не должно ему помешать. Не должно. Mm-mm. Фугасы зарядил. Правильно. Это прям вот... Это по-мужски. Это по-мужски. Чтобы ему, сука... Его же ебаным фугасом. Ему же прям въебало, прям в будку, сука. Чтобы у него там писюны по стенкам размандило, блять. У всего экипажа. Найди их, братец, давай. Давай, исполни мечту миллионов. Просто сделай. Сделай мой день. Сделай мне улыбку такую, чтобы я прям сидел такой и обтекал радости весь. Давай. Вот он. Хумель, блядь. Сидит, долбится он в камень. Ты куда там долбишься? Назад сдай. Ты же не понимаешь, откуда тебя светят. Ты же думаешь, тебя с горочки. Сдай назад. На, сука! Да. Блядь. Я этот снаряд вытолкнул из его дула. Я... Главное, что не своими ягодицами. Осталось дело за малым. Осталось всего 2 арты. 2 квадратных песоса этих. ЛКВ, ну не тыкай ты, пожалуйста. Ты уже помер. Ты уже все, ты в ангаре. Уйди, молча. Не тыкай ему в карту, не отвлекай его. Он сам все прекрасно знает, он молодец.
Он настолько молодец, что я уже тут 8 раз обрадовался. Не знаю, выдержу ли еще 2 раза. Кроволол закончился уже. У братишки, наверное, сейчас вообще даже мышка вспотела. А пока наш братец ищет этих двух персонажей, вот так их назовем. Сделайте доброе дело. Нажмите лайк, подписочку, колокольчик и что-нибудь в комментах напишите, если вообще прям не впадло. Ну и заодно вспомните, какие у вас там реплеи есть крутые, и не забудьте их тоже прислать. Вы тоже можете попасть в рубрику. Либо в эту, либо в будущую со смешными моментами. Спасибо, пожалуйста. Вот они, сразу 2. Кого ж первым шатать-то, а? Тут грамотно надо все делать. Чтобы они не поняли, откуда пиздюли летят. Чтобы не спалились, не засветили. Слабоваста, ну хотя бы без гусли. Обуваться он уже не хочет. Он же обмолился, обмочился там, в лужице сидит. Все. Завещанием со своим улетел в ангар. Внукам передавать наследство свое. Кирпичный заводик. Кучу навоза. Ой, братик. Ты сделал мой вечер, ты уже сделал. Даже если сейчас тебя Арта примет. Даже если ты сдохнешь. Ты уже 2 из 3 забрал. Ты уже натворил бед, дел, счастье народу, сколько вот прям подарил сейчас. И все, и фугас он перезарядил, чтобы насквозь прям, насквозь эту тварь квадратную пробить. Все. Аж прям по скалам вон мозги разлетелись. Мало их там, правда, было, но разлетелись. Ну, братюня здесь все по красоте сделал. И накидал нормально, и 10 фрагов, и медалек гора, и опыта нормально, и форманул. Просто красавчик. И, внимание, что ему за это дал крахмал? Первую степень! Представляете, да? Первую степень. Вы прошлый ролик помните, да? Я нихера не сделал. Мне дали мастера. Он сделал все. Он практически убил всех. И ему первую степень. Крахмал, ты что делаешь, блядь? Ты вообще ебубо, что ли? Ладно, закрываем тему. Перехожу к объявлению. Реплеи вы уже бодро присылаете, с интересными боями довольно-таки, и смешных моментов уже начали накидывать. Поэтому, как наберется достаточно материала, я запущу еще одну рубрику, и там будут чисто какие-то там забавные ситуации, которые я соберу в один ролик, и все это будет чисто из ваших реплеев. Ну а сейчас, что касается реплеев с боями. Вы их тоже прислали много, в связи с чем несколько нюансов. Во-первых, я могу выбрать только один реплей и сделать из него ролик. Поэтому я буду задавать тематику, и для следующего ролика присылайте реплеи, в которых вы больше всего накидали урона. И тот, кто накидал больше всех, тот и попадет в ролик. А тематику от ролика к ролику, в общем, менять я буду. Во-вторых, мне YouTube начал чуть-чуть уже какие-то там дивиденды платить с того, что я делаю. И так как я не дочка олигарха, и Forbes меня не печатает, и деньги я тоже не печатаю, поэтому чисто символически я буду накидывать по 500 голды тем, кто попадает в эту рубрику. Справедливости ради, ребята, которые в эту рубрику попали в предыдущих роликах, тоже получат по 500 голды. И даже тот с ником «В смысле не пробил» тоже получит от меня плюшку. Правда, не 500 голды, а 100 в качестве утешительного приза. Но с почином, так сказать. И очень важная информация для тех, кто хочет попасть в рубрику. Не присылайте реплей старой версии. Сейчас актуальная версия 1.8 на момент создания этого ролика. Поэтому не присылайте 1.7.1, там еще какие-то вы там присылаете, которые уже давно не актуальны. Я их не запускаю, не запущу и не собираюсь запускать. Это же касается смешных моментов для новой предстоящей рубрики. Тут еще один нюанс. Не присылайте смешной момент, где просто там упал тип. Где, блядь, там он упал? Сука, где? Вот ты там упал с табуретки? Или и что произошло? Вы присылайте конкретно с таймингами. То есть там на 13 минуте там я толкнул типа, а он там перевернулся там, или кто-то там летел, разбился. Пишите тайминги. Я трачу до хрена времени просто, чтобы найти момент на ощупь. Все предыдущие реплеи я с мучением досмотрел, но новые я больше смотреть таким образом не буду. Я реально просто очень много времени потратил на это. А в итоге смешных моментов оказалось там хуй до копейки. Вот реально там 2-3-4 может быть момента, а остальные, ну и реально какая-то ебанина. А ради этого просматривать целый реплей, целый, блядь, целый бой, сука, чтобы самому догадаться, где там что-то, сука, смешное произошло. Это бред вообще. Только с таймингами. Без них я смотреть не буду. И в-четвертых, самое главное, для тех, кто использует читы, не присылайте мне эти реплеи, и более того, не заливайте их на мод реплейс, вас за это забанят. Я вас сдавать не собираюсь,
но смотреть подобное я больше не буду. Я очень много реплеев посмотрел, где вы пишете, блять, пиздец, я там тащил, там не ебаться тащил. Но когда видно, бежит маленький ебанутый пеструн с барабаном, для того, чтобы автозахват не срабатывал, он едет все время, смотрит в потолок, в небо, блять, в небо дудку поднял, чтобы, сука, не палиться. И как только где-то кто-то может появиться в зоне видимости, еще даже не появился, его даже не светили, там еще даже неизвестно было, что там есть кто-то, уже там в автозахвате есть цель. И он по ней хуярит на полном ходу, блять, и 3 из 4 снарядов заходят в цель, с хуй знает какого расстояния. Иногда даже это было за экраном отрисовки. Такие реплеи были разными игроками присланы. Блять, не делайте этого. Просто не делайте. Вы мало того, что делаете из игры хуйню, во-вторых, вы реально думаете, что я буду показывать то, как вы играете с читами, нагибаете. На это смотреть реально тошно. Не делайте этого, блять, не присылайте больше такое говно. У меня все. До новых встреч в кефире. Пока.